все. Будь аккуратнее. Vous êtes blessé, monsieur. Вы не ушиблись, сэр? Проклятый заяц. Мы сделали бы гораздо лучше, если бы не переходили через Ниман. Это падение — дурное предзнаменование. Это всего лишь заяц, мой дорогой Луи. Скажите, а какая дорога до Москвы короче всего? В Москве ведут несколько дорог. Карл XII, например, выбрал дорогу через Полтаву. Слушаю. Без объявления войны вступить в Россию. Я помирюсь только тогда, когда не останется ни одного вооруженного неприятеля на моей земле. Доверяю вам свою армию. И запомните одно, что другой у меня нет. Начинайте обстрел. Наша задача — драться с противником, а не бегать от него. Если нужно, я пройду в поисках сражений до Москвы, до этого святого города, и я выиграю это сражение. Играйте атаку! Слушаюсь! Играйте атаку! Отправьте главнокомандующему за подкрепление. Мне нужен мир. Он мне нужен абсолютно, во что бы то ни стало. Я не уполномочен вести никаких переговоров о мире. Какой народ? Какой народ?